Я ищу мужчину, чтобы он пил, курил и гулял, потому что у нас должны быть какие-то общие интересы. Ребята, все... не стукнул. Ребята, всем привет! Саныч на связи, у всех очень рад приветствовать у себя на канале. А чаечка обманывать, а знаете почему? Потому что, ну, есть такая даже поговорка, в семье должен пить и курить кто-то один, да? Ребята, если в семье барышня таким вот занимается, ну, это чисто по моим наблюдениям, да, если она пьет, курит, гуляет, да, то чаще всего там такой вот латентный оленяшечка, который будет ей все прощать, да, и принимать ее после гулянок, в принципе, и мыть ее в душике, да, после бурной ночи с альфа-самцами, да. Два... Ну, за редким-редким исключением, даже я даже не помню таких случаев, когда, чтобы, допустим, вот семья, ну, якобы семья, это назвать семьей нельзя, мужчина пьет, курит, гуляет, и женщина тем же самым занимается. Как бы такая, вроде бы как семья, но за ним, живут они совершенно такой вот обособленной разной жизнью, да. Такого не надо. Либо один, либо второй этим занимается. А второй терпит, прощает, это, на все это смотрит так, как это лояльно, да, то есть, ну, все это принимает. Как-то так. Пишите, наблюдали ли вы такие вот интересные семьи,